Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас третий выпуск, ребята, третий выпуск музлайкеров. Ну и еще раз, вот это сообщение. Я его единственное забыл поставить, когда показывал видео топ по музлайкам. В общем, классное сообщение вышло. Только буквально полночь пробило, и сразу же, видите, 6-10 в 00. То есть пришел суперприз, типа, вы лучший музыкант по своему стилю, в общем, второе место. Ну, круто, прям реально круто. Я тогда, посмотреть, к сожалению, до сих пор не могу, нет задания на славу. Давайте же без долгих отлагательств запустим большую, огромную вереницу всех возможных лайков, которые у нас проходили в третьей части. Давайте же начнем с Игоря и Бомжа. В общем, с Игоря Бомжа. Так, охота посмеяться. Ребят, 108 скринов. 108 скринов за 2 дня, буквально между, получается, вторым и третьим выпуском. Целая гора музлайков. Вообще, многие пытались докачать, видимо, клаксон до последнего уровня или до какого-то там, ну, мини-этапного второго, там, третьего, первого, в конце концов. И дарили музлайки, дарили. Вообще, 71 тысяча. 71 тысяча такого вообще никогда не было. Не знаю, это 71 тысяча, если посмотрите предыдущий год. Это были топы, ребят, это были топы. Сейчас 140 тысяч, там, 80 тысяч. Вообще, просто голова прям взрыв. Причем, самое интересное, я бы, может, здесь еще и подрался за студию. Но с Рошахом драться за 180 тысяч, там, это нереально столько закидывать. И мне уже ребята отписались: а, ты неправильно говоришь, мы не вкидывали столько много. Ну да, логично, кинули другие. Потому что все качали клаксоны, и качали клаксоны десятые. И кого-то надо было выкачивать. Допустим, в группе тоже ВВМ выкачивался какой-то один. Все просто по 10 тысяч ему сбросились, а все хором. И все. Ну ладно, это небольшие отмазки. Все равно вы потратили 30 тысяч рублей на прокачку. Это просто, это 100%. А среди самих музлайкеров, кто у нас дарил, много тех, кого как бы я даже не знаю. Просто люди, видимо, заходили в рейтинг, смотрели. А в рейтинге кто дарит? Одну музлайку топу, одну музлайку там второму, одну музлайку третьему. В общем, по одному музлайтику постоянно выпадало. Вот сейчас у нас такая вот вещь, вот шестые уровни, типа я... Вообще непонятный. Ну ладно, типа Вольта, Васи, короче, типа ремастер это в конце концов. Кинул он, да. Кстати, Николай, Юльчика. Ну ладно, это все свои, эти понятно. Но многих-то и как бы и не знаешь даже. Видишь, а это кто такой? Кто это дарил? Знаешь, просто. Ну а здесь, ребят, под этим видео я также буду собирать комментарии. Получается, под второй частью мы разыграем 100 рубинов. И здесь тоже разыграем 100 рубинов. То есть пишите свой ник, пишите, конечно же, время. Если вы себя 2 раза нашли, 3 раза нашли, 5, там 10. То есть пишите время, чем больше, тем лучше. Можно сказать, что вы видео досмотрели все до конца. Или видео не полностью до конца досмотрели, но старались это сделать. И я как бы это прекрасно понимаю. Кто-то по одному, кстати, музлайку несколько раз дарил. Вот это, как сказал Блейд, то есть, типа, это вообще, это не здраво, это неправильно, так не должно быть. Какого фига по одному все идет? Кстати, да, и Хей дрался, когда в Урбане вообще просто жесть было. Тоже буквально 30 тысяч закинул за, наверное, минут 20 просто там. Такой скачок, прыжок. Ну а теперь у нас студия и подарки, ребят, будут выкачиваться только к 14 числу. То есть, ну, имею в виду, к 14 февраля. То есть появится, короче, мистер и миссис Валентин, появятся новые студии и будет все выкачиваться. То есть. Поэтому там можно будет еще студию повытаскивать. Но не забывайте, там дарить самому себе нельзя. Нельзя музлайки или там уже валентинки будут. Но сейчас надо будет пережить такую серьезную проблему, как переход на новый движок. Новый движок, неизвестно, что принесет, как он будет работать, что там будет. В общем, все находимся сейчас пока в каком-то зависшем состоянии. We'll be right back.
Спасибо. Спасибо, ребят, всем, кто дарил музлайки. Спасибо. Скоро посмотрю кубок. Хотя бы сам посмотрю воочию. Давайте. Счастливо. Ребят, розыгрыш, как всегда, по комментариям и времени вашего скрина.